сегодняшний момент хотя бы уже внутри фракции есть понимание, кто будет председателем фракции? Руководителем фракции у нас высшим советом определено, что будет Александр Александрович Клюсков. Мы будем рекомендовать его на руководителя фракции. Мы будем поддерживать все вопросы, которые фракцию, я за фракцию сейчас говорю, все вопросы, которые будут влиять на уровень жизни красноярцев и Красноярского края. Все, что будет идти в позитив.